Я был там, в этот исторический момент, и я видел огромное количество, вот прям как сегодня, просветленных лиц, людей, которые пришли выбрать свое будущее, свою судьбу, которые говорили на русском языке. Как можно лишать людей права говорить на своем родном языке? Как можно лишать права людей на историческую память? Вы знаете, в моей родословной три поколения моряков, служивших на российском флоте, а Севастополь, как известно, это город-герой, это город доблести, чести и славы российского флота. И как поется в песне гардемаринов: «Единый парус и душа, судьба и родина, и Крым едины!» Здравствуй, Красная площадь! Здравствуйте, москвичи! Севастопольцы приветствуют вас! Черноморский флот, находясь на боевых позициях, продолжает сдерживать натиск украинских майдановских оккупантов. Сегодня Крым и Севастополь вместе с нами. Сегодня приняты судьбоносные решения. Мы знаем, что правительство Москвы, Московская Федерация профсоюзов, все жители Москвы стоят в одной шеренге больше 21 года, поддерживая Черноморский флот. Черноморский флот был, есть и будет гарантом стабильности в Крыму. Российские азовские флаги, поднятые над Севастополем в Крыму, за генерации Владимира Владимировича Путина. Как лето, будете рассказывать, что стали свидетелями уникального события. Сегодня мы ждали обращения нашего президента Путина к нам. Уснуло море, да, перед самым боем. Лишь полная неспешная луна командует задумчивым прибоем. А в кубриках кому-то не до сна. Кому-то снится мать, родная хата, кому детишки, ну а мне война. Спасибо большое. Солнце вопрос. И знаем мы, что смерти больше нет, что с нами Бог и в правде наша сила. А на востоке плавится рассвет. Поддержать наших братьев.
Я тут на подворотне мы дворами.
In the world flashing from your eyes.